Добрый день, или добрый вечер, или доброе утро. Вы помните, мы всегда начинаем так нашу программу, потому что мы хотим, искренне хотим, чтобы время, которое вы проводите с нами, было действительно добрым. С вами Михаил Маргулис и программа «Духовная дипломатия». Вы заметили, наверное, что мы сегодня не в нашей обычной флоридской студии. Сегодня скорее это программа импровизации, потому что волей судьбы или решением Бога, как хотите, так и называйте, я оказался на Гавайях, вот на этой земле, название, которое звучит как музыка Гавайи. И, конечно, по логике сейчас должна зазвучать жалостливая гавайская гитара, а может зазвучит. Вы знаете, что наши гости – люди необыкновенные, всегда необыкновенные. Вот из-за этой необыкновенности я и прилетел на Гавайи. Сейчас вы поймете, почему. Но вы помните, что мы хотим, чтобы каждый наш гость помог преодолевать вам ваши печали, помог бы справиться с болезнью некоторым людям, не потерять надежду в этой нелегкой жизни. Мы хотим, чтобы каждый наш гость дал вам больше уверенности, больше силы, больше любви в этой жизни. Сегодня наш гость Дмитрий Шавкеров. Действительно, гость необыкновенный. Знаете почему? Потому что Дмитрий верит в чудеса. Так мало людей в наше время верят в чудеса. Но он верит, действительно верит. И у него есть доказательства происходящих чудес. Вот сегодня он и будет об этом вам рассказывать. А я немного расскажу о нем. Есть такие люди, живущие без лозунгов, без криков и тихо-тихо помогающие другим людям. Дмитрий Александрович, как вы заметили, молод, но совершил много замечательных вещей в жизни. Я свидетель этому. Хотя занимается он абсолютно прагматичными делами, экономикой, финансами, но помогает людям, как говорят вот по-русски, а не по-французски, от всего сердца. Вместе с нашим фондом «Духовная дипломатия» он помогал и помогает кормить бездомных детей, помогает проводить вот такие специальные операции детям, которые родились, как в России называют, с заячьей губой. Это такая вот болезнь, такая вещь, которая делает человека несчастным на всю жизнь. Но если сделать вовремя операцию, человек становится счастливым. Вот он помогает. Мы недавно с ним был такой необыкновенный эпизод в жизни. Прилетели в штат Аризона, в индейское племя Хавасапаи. И на вертолетах летели, не на машинах. Туда нельзя на машинах попасть. И мы привезли с его помощью 1000 фруктовых деревьев и насадили там. Для чего? Для того, чтобы люди, вот индейцы, которые немного отвыкли от почему-то, такой парадокс, от слияния с природой, которой они когда-то полностью принадлежали, от растления вот цивилизационной такой кухни, если можно так сказать, они потеряли вкус к этой природной жизни. И эти деревья должны напомнить, что все, вся природа, все созданное Богом, оно дает возможность человеку радоваться и даже пожинать плоды этой природы, плоды деревьев. И я хотел бы сказать, что у Дмитрия Александровича, хотя он приехал еще мальчиком в Америку из России, но тем не менее душу ему воспитали не здесь, в Америке, не даже в России, даже не в России. А у меня такое чувство, что душу, воспитанием его души занимался Бог. В Святом Писании и древние пророки, и Христос очень много исцеляли больных. Христос исцелял слепых, исцелял людей, больных психическими болезнями, расстройствами. Но многие люди говорят, что чудеса прошли, времена чудес прошли, и сейчас чудес нет. Но это неправда. Мы знаем, что чудеса продолжаются, мы просто их не хотим
замечать. Дмитрий – свидетель многих невероятных чудес, которые происходили даже и у меня, у нас на духовной ниве служения. Честно сказать, мне как-то неудобно об этом говорить, но Дмитрий утверждает, что свидетельства этих чудес дают возможность людям поверить в чудеса, дают возможность человеку знать, что чудеса могут совершаться в его жизни, а чудеса дают людям счастье, дают любовь, дают людям чувство его прикосновения, человека прикосновения к Богу. И вот он говорит, что нужно рассказывать людям об этом. Вот я хотел бы на этом закончить свое вступление и дать слово Дмитрию Александровичу для того, чтобы мы вместе вспомнили о тех чудесах, которые могут взволновать, заинтересовать вас. Это будет не просто рассказ для того, чтобы каким-то образом экзотически, как-то заинтересовать вас, а для того, чтобы это действительно вам могло помочь, реально помочь. Чудеса помогают. Ну вот, Дмитрий Александрович, я сейчас, после такой долгой заставки, нуждаюсь в вашей помощи, чтобы мы вместе как бы вспоминали о тех вещах, которые взволновали ваше сердце и могут взволновать сердца наших зрителей. О чем бы вы хотели вспомнить первое? Во-первых, мне в голову приходит история, когда вы, представляя духовную дипломатию, поехали в коммунистический Вьетнам. Да. Потому что там посадили в тюрьму 11 священнослужителей. Да. И, насколько я помню, значит, получилась очень интересная история. Вам приснился сон за день до того, как вы должны были встречаться с лидерами этой страны. И во сне вы увидели людей, с которыми вам суждено встречаться. И, насколько я понимаю, вы никогда этих людей до этого не видели. И как будто вам голос во сне сказал, что будут там 4 или сколько, 5 человек, которые будут выступать как главные. И там будет один человек, как будет выступать менее главный персонаж, но он будет самым главным из них. И вам было сказано просить о освобождении этих священнослужителей не у тех 4, которые представляются самыми главными, а у того, который поскромнее, который не так главный. Но, может, вы тоже вспомните, да, расскажете, как это все произошло. Да, это очень интересный эпизод. Это действительно мы приехали в коммунистический Вьетнам, который как бы напоминает из истории Россию НЭПа, то есть частное предпринимательство, но коммунистическое правительство. И мы узнали, нам передали, что 11 священнослужителей, пасторов, священников сидят в тюрьмах Вьетнама. И у нас предстояла встреча с руководителями Вьетнама, и вот действительно был такой сон, я вспоминаю, я вам рассказал о нем. И действительно все так и произошло. Когда мы пришли, нас встретила, нас провели, мы сели в комнате, мы находились в комнате, где были пригласившие нас люди из правительства. И вот 4 человека сидели как бы во главе стола, а один человек скромно сидел где-то сзади, как будто он как бы секретарь, вот, стенографист. Но я помнил этот сон, да, действительно, и я, когда начал говорить, я вначале обращался ко всем, а потом я стал говорить вот просто, ну, напрямую к этому человеку. Я сказал, что вы, я знаю, ваша страна развивается, вы хотите, чтобы американские банки дали вам кредиты, американское правительство. Но вы знаете, я сказал, наша страна как бы изначально христианская, очень уважает
религиозные права человека, и поэтому, если у вас какие-то нарушения в стране, вам кредиты не дадут. А насколько нам известно, у вас 11 человек сидят в тюрьмах, священники, религиозные деятели. Они сказали, нет, у нас никто не сидит, это неправда, если сидят у нас только за уголовные преступления. Я сказал, ну как это можно, духовные люди за уголовные преступления. Ну, в общем, закончилась наша беседа. Я сказал, вот если бы таких людей бы выпустили, мы бы вернулись в Соединенные Штаты Америки и в комиссиях Конгресса могли бы сказать, что вот, смотрите, во Вьетнаме действительно руководство идет навстречу пожеланиям всемирного общества, которое говорит о свободах не только в политике, в экономике, но и в духовной жизни. И вот закончилась наша беседа, и мы не знали, будет ли какой-то результат или нет, а если будет, может, где-то в будущем. Но интересные вещи для человека – это как бы сложно, а для Бога – это одно мгновение. И мы узнаем, что на следующий день 11 человек, вот этих священнослужителей, были выпущены из тюрем. И более того, нам дали возможность еще через день, в воскресенье, мы провели огромное собрание, огромное служение, службу с представителями всех церквей Вьетнама. То есть пришло очень много людей, и мы свидетельствовали там об этом случае. Мы говорили о том, что Бог есть везде, и в Америке, и в России, и во Вьетнаме, везде, в любом месте. И действительно, вот этот сон, я верю, что вы... Это чудо действительно, потому что сказать, кому обращаться, вот я забыл сказать, что этот человек, то был самый главный, этот человек был второе лицо в коммунистическом Вьетнаме, этот человек и решал эти вопросы. И вот когда я обратился к нему, он понял, что нужно пойти навстречу, он понял, что будущее, экономическое будущее его страны, возможно, зависит от их... политики в области духовной жизни, в области религии. Вот Бог каким-то образом дал нам понять, что нужно говорить, кому нужно говорить и как говорить. Да, да, спасибо. Но мне кажется, что он был также поражен тем, что вы стали говорить именно с ним, хотя он, естественно, пытался притвориться не самым главным. Я помню как раз во время вашей поездки во Вьетнам у меня произошло сближение с Богом, что я чувствовал было из-за ваших молитв и из-за ваших просьб Богу. У меня было несколько таких в жизни сближений, когда что-то случается, я чувствую присутствие Бога гораздо сильнее, и это остается. И одно из этих случилось там. И после этого я был настолько благодарен вам и вообще то, что это случилось. И я стал молиться за вас именно очень так интенсивно. И я вам написал по поводу этого email, и вы мне ответили имейлом, где вы были очень поражены, потому что именно в это время, просто до минуты, когда я вам сказал, я вам молился, у вас произошла очень интересная ситуация во время того, как вы как раз в это время получали массаж. Mm-hmm. Может быть, вы расскажете эту историю, где Бог опять показал проявил чудо. Себя, да. Да, я помню этот момент. Да, действительно, Дмитрий прислал мне по электронной почте сообщение о том, что он особенно молится о нас, а мы всегда молимся о нем. Я всегда часть своего молитвенного времени отдаю молитвам о нем, потому что я чувствую, что в нем особое какое-то назначение, у него особое назначение в жизни. Я не всегда понимаю, какое, но я чувствую. А молитва – это обращение к Богу. И когда я обращаюсь к Богу, или вы, или он, любой человек, то есть великая надежда, что Бог нас слышит и ответит. Извините, вас перебиваю, но у вас молитвы очень сильные. Мне многие люди говорят, что они молятся за меня. Но, как вы сами помните,
Ну, очень часто я вам даже писал точное время, я вам говорил, вот тогда вы начали обо мне молиться, потому что я это чувствую. Да. И очень много чудес произошло за счет ваших молитв. Да, потому что, конечно, молитва – это не просто, как многие люди думают, не просто разговор человека, это обращение к Богу. Когда ты обращаешься к Богу, нужно абсолютно чистое, честное обращение. Не думать о себе, а думать о том, о ком ты просишь. И недаром в Библии сказано, когда становитесь на молитву, прощайте. Многие люди не прощают и молятся о ком-то, Бог не слышит их. Но когда вы прощаете всех, вы в чистоте становитесь на молитву, то тогда огромный процент, великая надежда, что Бог вас и слышит, и исполнит. И вот когда у нас были вот такие события, случаи с вами, вот Бог демонстрировал, что Он слышит это. Вот, например, во Вьетнаме. У меня болела спина, я попросил, чтобы мне сделали массаж вот в нашей гостинице. И когда вот молодая вьетнамка делала массаж, я вдруг почувствовал какой-то необыкновенный прилив вначале холодного такого веяния, воздуха, как будто что-то вот происходило, но люди не ощущали. Она продолжала что-то такое делать, говорить не ощущала. Но когда этот воздух стал заходить в меня, я стал дышать, он вдруг стал превращаться в горячий. Я понимал, что происходит что-то духовное, но я не знал. Потом я узнал, что в это же время вы начали особенно интенсивную молитву обо мне. И вот на это было настолько горячо, что я чувствовал, что я вот сам начинаю пылать, и вдруг в какой-то момент эта вьетнамка взвизгнула, отскочила и сказала по-вьетнамски, что он, значит, ей руку показывает, что она опекла руку, что у нее, значит, болит рука. И все прибежали, они стали, значит, тараторить и не понимают, чем дело. Ну, смотрит, у меня ничего нет. И она уже боялась прикоснуться ко мне, потому что она от тела почувствовала этот, произошел этот ожог. Но это было какое-то короткое мгновение, потому что, видимо, как верующие говорят, Дух Святой, Дух иногда рисует как огонь, как факел. Он, видимо, так наполнил меня, что в какое-то мгновение это коснулось, значит, и тела, не только внутренней души, но и тела, и вот она обожглась. Я тогда сказал ей, что я знаю, я виноват, как-то объяснился с хозяйкой, вот я говорю, что она из-за меня и руку повредила, и все. Я тогда, не надо мне ничего делать, я оплачу, значит, полностью ее день работы, и пусть оно так и останется. Но все равно я уходил, никто руку не хотел мне пожимать, ничего. Да, это очень любопытно. Случай, да. Вот, а вы знаете, что, конечно, их английский язык был достаточно примитивен, но я пытался объяснить им, что это было чудо Бога, что где-то была молитва, которая наполнила меня вот таким духом. А вы мне что-то вспоминали сегодня еще? Да, очень интересную историю вы мне рассказывали, которая меня очень поразила, когда вы попали в аварию со своей семьей. Mm-hmm. Значит, когда, можно сказать, Бог спас жизни вам, всей вашей семье, и там осталась Библия, отпечатки пальцев. Ну, расскажите, пожалуйста. Mm-hmm. Так как это произошло с вами, вы более точно расскажете. Да, ну вот, если очень побыстро, конечно, такие вещи требуют осмысления. Мы с семьей, это было много лет назад, ехали на машине из Чикаго, из Нью-Йорка в Чикаго, и мы проезжали по такой дороге, скоростной дороге Ohio Turnpike. И, значит, у меня лопнуло колесо, в машине у меня находилась жена, дочка, сын, собака, вот, у меня лопнуло колесо, и я съехал на дорогу за белую такую линию, куда ему надо съезжать, за белую черту я съехал и решил поменять колесо, ну, нужно было, а колесо было в багажнике, а багажник заполнен, значит, всеми там вещами, которые мы перевозили из Нью-Йорка в Чикаго. Я увидел там рабочего дорожного, я ему попросил помочь мне поменять колесо. И вот молодой парень, американец, он стал со мной рядом,
возле багажника, я всунул ключ в багажник, чтобы открыть его, и вдруг как будто кто-то меня схватил сзади, повернул мою голову, и я смотрю, на меня мчится грузовик, огромный грузовик, как по-английски называют, трак. Я вот вижу, что его колесо начинает за эту белую черту все больше и больше уходить туда. Я понимаю, он через мгновение ударит мою машину. Но что еще до этого случилось? Да. До этого случилось, какое-то было наитие. Я открыл дверь и говорю своей семье: уходите, немедленно уходите, немедленно. Они никогда меня таким злым не видели, они потом рассказывали, потому что жара была, а в машине был включен кондиционер. Но они, значит, стали уходить, и еще дочка на меня так укоризненно посмотрела, какой они справедливы. И когда они ушли, вот произошло то, что я говорил, я стал сзади, значит, багажника открывать ключом багажник и увидел этот трак, грузовик, который мчался на меня, потому что кто-то повернул мою голову, и я успел что сделать? Я успел толкнуть этого молодого парня на обочину, в траву, а через мгновение оказался в эпицентре огня. И мне казалось, что меня уже нет на земле, что я уже где-то в другой жизни, потому что все гремело и было ярко и красно вокруг меня, багрово. И я увидел свою машину, такой большой кугар, машина, которая как кино летела, значит, в воздух. И это грузовик ударил мою машину. И вы знаете, потом мне сказали, если бы моя рубашка, которая была рядом, вот, была в одном месте прожжена, она пахла маслом, я ее потом выбросил, потому что удар этот был рядом со мной. Если, ну, может, полсантиметра меня бы убило. Если бы я не толкнул этого парня, немножко не отклонился, меня бы убило бы, конечно. И все думали, что меня убило, потому что даже наша собака, которую вывели, она сидела там на пригорке с женой, дочкой и сыном, она стала выть как по покойнику. Интересно было. И я через мгновение, значит, ну это было не мгновение, видимо, долго, я стоял без ничего, и ко мне бежал человек полицейский в гражданской одежде и говорил: «I'm sorry, извините, вы потеряли, значит, семью». Я говорю: «Как? Я ничего не потерял, я потерял только кусок металла машины, вот моя семья». И он увидел, он говорил: «Praise the Lord, слава Богу», потому что в таких ситуациях всегда людей убивает. Но что интересно, когда мы были потом в полицейском участке, когда мы все потеряли, знаете, все, что ценное было у нас, все было разбито, разрушено. И когда были в полицейском участке, я сказал этому парню, рабочему, который тоже там был: «Чего ж ты мне так шею повернул, чуть не сломал ее?» Он говорит: «Я не поворачивал, я не дотрагивался до вас». Я говорю: «Как же? А кто мог другой?» Он говорит: «Нет». Но интересно, я посмотрел на шею, там было 10 отпечатков пальцев, коричневые такие длинные. И он сказал: «Я до вас, к вам не прикасался, я до сих пор не знаю, я могу догадываться, кто прикоснулся ко мне и показал, что вот смерть рядом со мной». И вот для меня это урок, и для всех, потому что иногда вроде мы уверенно чувствуем, мы ехали в хорошей машине, мы пели песни, было все хорошо, и вдруг что-то случилось в жизни, вдруг что-то случилось, и смерть всегда ходит рядом с нами. И мы оказались без ничего, не было ничего, мы все потеряли. Но, слава Богу, Господь спас наши жизни, спас мою семью. И почему-то, по какой-то причине, по причине своей милости, спас и меня. Ну, я хотел тоже напомнить то, что у вас сгорели многие вещи, но осталась Библия, которая все еще у вас есть. Про Библию правильно. Я все потерял, а где-то в 20-25 метрах от машины, от места аварии, через какое-то время я нашел Библию. Это Библия Гетцы была. И я эту Библию держу до сих пор. И уже прошло уже, наверное, 30 лет, она все еще пахнет тем маслом, машины маслом, которое коснулось ее. Ну, дорогие друзья, всему приходит конец в этой жизни, но мы верим, что после конца всегда приходит и новое начало. Поэтому мы должны сейчас заканчивать эту программу с вами.
и напомнить вам, что вы слушали и смотрели программу «Духовная дипломатия». И с вами был Михаил Маргулис и наш гость Дмитрий Шавкеров. И вели мы нашу программу, импровизационную программу, из прекрасного места на земле, которое многие называют земным раем, из Гавайев. И мы находились на острове Хило, да? Или город Хило? Да, большой остров, Big Island, а город Пауило. Пауило, город Пауило, и это остров, ну, Гавайи – это все острова. И важно, важно, что мы говорили о чудесах, важно о то, что мы говорили с вами, важно то, что мы хотели говорить совершенно искренне. И пусть это не всегда звучало, возможно, убедительно для вас, но все это было. Всего вам доброго, храни вас Бог, берегите свою душу.